Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Жестокие улицы». Ну что же, поехали. Да, долго я, конечно, до сюда добирался, чтобы начать с того места приблизительно, где я закончил съемки свои. Но месяц, как говорится, был плодотворный. Так, ребята, сейчас мы в данный момент находимся в 4-м районе США, трудность у нас нормально. Ну, а до этого у нас были локации, вот, КБ, Сибуя и Гонконг. Все здесь у меня пройдено, тем более я уже Гонконг начал на сложном уровне проходить. Да, тяжело, ничего не скажешь. Но помимо этого у нас здесь еще появились кое-какие плюшки. Например, открылся бар, раньше его не было. Что такое бар? Здесь дают нам каждый день разные задания, за прохождение которых мы будем получать ящик с вами. В этом ящике, естественно, будут всякие плюшки, они, в принципе, указаны здесь. Вот, но помимо этого мы будем получать монеты. А монеты, они тратятся на рынке черной жемчужины. И вот приблизительно стоимость каждого. Например, нам нужен будет заявка на обмен чародейки. Чтобы открыть этого персонажа, я так понимаю, нам вот именно этот контракт нужен. И он стоит 600 монет. Также тут ящики, инвентарь можно свой увеличить. И почему-то... А, здесь можно покупать монеты, да, за гемы. Ну, я вам скажу одно, ребята, это очень сложно, по крайней мере для меня еще. Я здесь пробовал и отгребаю по полной программе. Поэтому будем качаться, развиваться, может быть дальше нам повезет. Также здесь периодически появляются еще дополнительные задания, сейчас их нету, вчера вот только были. Надо было мне убить, по-моему, там хиллерша и ассасинка. Тоже давали там шмотки прикольные, но там такая жесть была, что хууу. Во-первых, у них там шмот прокачанный был. Ну, фиг ли мне своими дрищами там проходить. Так, ну что, ребята, в общем, коротко я так рассказал, что тут поменялось. Таланты вроде бы все те же самые остались, что и были. Да, как видите, у нас все здесь уже переведено. Там у нас было все на английском, а здесь все, как говорится, по-людски. Персонажи у меня на данный момент уже все открыты, кроме последних. Вот чародейки у меня нету, и появится еще скоро персонаж. Насколько я понял, это должен быть у нас вампир. Так что посмотрим, насколько он хорош или плох. Ну, сейчас не об этом. Давайте-ка попробуем пройти вот эту вот форсаж на ранг S, естественно. И уже будем бомбить старого приятеля. Это повтор босса с первой локации, с первого района. Толстяк там. Ну что ж, поехали. Ух, была не была. Опа, так, один... Блин, два, три, четыре. Да ё-моё, да хорош, я понял, что надо все это сделать. О, 400 баксов, ой, 40 баксов получил. На халявку, грубо говоря. Ну что, поехали. Ну вот мы и добрались до босса. Этот хмырь вам знаком, он с первой локации. Толстяк, который у нас похитил, в принципе, девушку, из-за чего весь сыр-бор начался. Так, давай. Вот так, оглушили его маленько. Давай-ка будем его потихонечку разбирать. Так, главное, чтобы он переключился у меня на моего заключенного. Потому что он идет у меня как танк. Раньше я играл боксером. Но помню, давненько мне сказали, что нет смысла его качать. Я перестал и вот начал тихо-тихо ловит. Блин, срочно давайте. Так, защиту поставим и подхилим. Так, стреляет у меня стрелок. И еще, наверное, я не знаю. Давайте вот так кританем. Подожгем. Все. Сейчас мы ему еще дубиной пропишем. Мне интересно, почему босс не падает. У меня прокачан удар сбивания с ног. Может быть, на боссов это не работает. Так, ну-ка. Этих сосунков. Ай, опять схватил, гад. Он так быстро все это делает, я даже не успеваю убрать своих персонажей. В этом, в принципе, и заключается сложность игры, что нужно контролировать всех. Так, давай добьем. Нечего ему атаковать. Так, сейчас, наверное, прижучит или нет. Успеет, нет, как думаете? Не успел. Так, нужно отхилиться обязательно. Он за мной ходит. Замечательно. Сейчас у меня заключенный ему-то пропишет хороших люлей, поверьте. Так, тихо-тихо. Опа, успели увернуться. Вот это хорошо было сработано. Так, ну что, давайте бомбить его дальше.
Сбиваем с ног. Отлично. Так, вертушку, может быть? Нет. Сейчас, подождите. Можно поставить неуязвимость, ребят, на 10 секунд. У меня есть такой перк. Ах ты, ё-моё, не успел чуть-чуть. Или успел? Успел. Успел у меня сработать. Дави, дави, хоть задавись, мне пофиг. Мы неуязвимы. На 10 секунд целых были. Ну что, практически пол хп мы ему сняли, ребят. Так что расслабляться еще пока рано. Очень будет у него много здесь поддержки. Так, давайте атакуем ассасина этого. Ах ты, поймал все-таки. Хилимся, срочно хиляться надо. Так, кританем. Слабо очень было, конечно, слабо. Живи, живи. Вырвалось, молодец. Давайте вот так вот будем хиляться. Так, тут еще этот ниндзя. Вот так вот, всех в разные стороны. Я смотрю, наверху пушка лежит. Для моего стрелка. Конечно, был бы смысл до нее добраться. Тихо, поймает, поймает все-таки. Не успел стрелок уйти. Главное, чтобы он не упал. Почему я, в принципе, и поддерживаю хил. Так, что тут за заваруха вообще, а? Какого хрена этот чепушило тут делал? Так, лучник, ой, лучник, стрелок, бери пушку. Сейчас будем с тобой бомбить по боссу. Так, вертушка. Отходим, отходим, отходим. Пока он доедет до нас, мы его маленько побомбим. Хотя, подождите, ребят, по-моему, бесполезно в него стрелять или бить, когда он крутится. Ну, зато не бесполезно вот так вот делать. Слушайте, есть все шансы. Так, пока у нас неуязвимость будет действовать, надо колбасить его с пущей яростью. Так, хилку мы подбили. Так, этого говняка сейчас тоже добьет моя ассасинка. Ой-ой-ой, схватит. Да, хилимся. Все время нужно держать всех с полным здоровьем, ребят. Это залог победы. Если кто-то будет уже с минимальным здоровьем, мы здесь можем проиграть с вами. Потому что если он схватит или пробьет, все. Хотя если один персонаж у нас упадет, ну, не считая, конечно же, моей хилки, то мы можем рисануть ею. Но рез очень долго откатывается. Так, отходим, уводим всех своих. Так, стрелок, тоже уходи. Да уйди ты, ассасинка, лезешь там, а? Ну давай, давай, когда у тебя там головокружение начнет? Вот, атакуем. Давайте его еще на... Куда ты полетел, дурила? Я ж... Ой, я хотел его сбить с ног, но почему-то у меня зэк полетел на конец экрана. С какого перепуга, я так и не понял. Ага, вертушка готовится, отходим. Давай, давай, зэк, отходи. Неуязвимость, она нам пригодится сейчас. Все, атакуем. Давайте, наверное, вот так сделаем. Подожгем землю. Так, давайте-ка защиту дополнительную. Да и надо этих ниндзя уничтожать. Потому что они будут сейчас или звездочками стреляться, или мешать. И я даже знаю, на кого они будут нападать. На мою хилку. О, опять вертушка пошла. Ходим, ходим вокруг да около. Черт, подери, блин, попал. Ну что, по-моему, пора с ним завязывать уже, мне кажется, да? Здоровья у него мало. И все шансы есть у нас на победу. Давайте-ка вот так вот сделаем проникающий удар. Опять готовится крутиться, а? Отходим. Отходим, отходим, отходим. Давай вот сюда вот перейдем. Так, неуязвимость у меня есть. И раскидываем всех к ядрене фени. Ха-ха-ха. Ну что, пора добивать, ребята, его, по-моему. Давай-ка ударь со спины критом. И... Ну... Да что ж такое-то? Блин, он вертушку еще... Не успел. Ну что, ребята,
прошли мы все-таки этого говнюка, а? Надоедливого. И это хорошо. Че такое-то? А, выстрелы еще делались. Ясно. Ну что? Да, конечно, на эсочку не потянули. Но зато маленький сундук получили. Так, хорошо, задание выполнено. Так, нам еще нужно раз, два, два уровня пройти, чтобы попасть к следующему боссу. Так, что нам здесь дадут? 200 баксов. Отлично, забираем. Давайте, наверное, посмотрим рекламу с вами еще. Может быть, что хорошего дадут? $100. Отлично просто. Так, ну что, ребята, будем идти на подставу? Или же давайте-ка кое-что глянем. Так, мне нужно прокачать свою броню у зэка, так что... Так, где у меня зэк? Курточка, давайте ставить ее. Ну и будем затачивать. Получится, нет, я не знаю. Так, ну-ка. Угу. Все, больше не можем. Но одно очко к ДП мы все-таки прибавили. Давайте тогда уж все вольем, а чего бы и нет. Все равно этот хлам нам не нужен. Ага. И вот это вот. Все, отлично. Ну, думаю, что пора отправляться. Нам еще два уровня и босс. Вот она, ребята, самая большая заноза в нашей заднице. Поверьте мне. Я задолбался его проходить. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Роджер Бессмертный. Такой вот чувак, который, я не знаю, какой-то псих. Видимо, его приговорили к смертной казни. Вот, и хотели его якобы казнить. Но почему-то мы пришли его и освободили. Первая фаза у него идет довольно легко и просто. Очень. Да и не только первая. Вторая, в принципе, тоже и третья. Я тут играю, в принципе, на расслабоне, ребята. Вот дальше будет жесть. Самое сложное здесь в чем? Видите, он бросает свои дубинки электрические. От них сейчас пока легко уворачиваться. Так, смотрите, что происходит, ребята. Его берет машина, возле него ходят капсулы. Вот эти капсулы сейчас нужно как можно быстрее уничтожить. Все мы, естественно, сейчас не сможем подбить, но желательно хотя бы две за бой. Сейчас мы посмотрим, что у нас получится. Применяем абсолютно все, все удары, как можно больше нанести урона этим капсулам, потому что они его якобы восстанавливают. Давай, давай, все тратим, все суперудары, все, что у нас есть. Эй, не успели, по-моему. Вот, я же вам говорил, ребята, что работает на боссах мой удар, сбивание с ног. Все даже очень хорошо работает. Почему на жиртрясе это не работало, я ума не приложу. Так, отойди, отойди оттуда. Так вот, ребят, насчет дубинок. Сейчас он бросает одну, как видите, и очень медленно она активируется. На последней фазе он будет бросать по две дубинки. Плюс вокруг себя создает поле. Так, отходим. От которого практически невозможно убежать. В общем, вы все увидите сейчас в процессе моего прохождения. Попытки пройти, блин. Потому что я больше уверен, что мне его, наверное, здесь не победить. Так, пошла вторая фаза. Также уничтожаем капсулу. Нет, ребят, я все-таки, по-моему, нет. Все на месте, я думал, одну подбил. Но у капсул, как вы поняли, жизни не восстанавливаются. Вот на чем мы закончили, с того и начали. Давай, 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 давай. Мне бы сейчас бы две уничтожить. Ага, минус одна. Давай вот это вот еще, минус две. Отлично, это очень неплохой результат. Но он сейчас будет просто псих. Просто жесткий псих. Вы увидите. Так, вот он начинает уже делать возле себя поле. Если в него попасть, будет очень больно. Если у меня зэк еще как-то... Вот, смотрите. Нужно очень быстро уводить. Если попадет кто-нибудь у меня, например, хил, там, стрелок или тот же самый бой, под это поле они погибнут. Причем сразу же. Только танк может выдержать. И то он будет долго находиться в оглушении. Что мало нас, конечно же, чего спасает. Сейчас еще подкрепление выйдет. Не волнуйтесь, ребят.
Я его сколько раз пытался пройти? Ну, попыток 7-8 у меня точно. О, началось, началось. Отходим, отходим, отходим. Блин, стрелок попал. Срочно хиляем. Попыток 7 или 8, и все время безрезультатно. Да я больше чем уверен, что и сейчас у нас мало чего получится. Ай-яй-яй-яй-яй. Упал у меня стрелок. Резаем, ребята, его. Вот такой вот он гаденыш. Ладно. Рано или поздно все равно мы его должны будем пройти. Ах ты, елки-палки. Все, ребята, у меня стрелок погиб, к сожалению. И чтобы рисануть его, у меня откаты. Он будет очень долго. Так, как видите, пришла помощь. Это такие вот летающие маленькие капсулы. И мне становится еще хуже. Мне приходится и здесь контролировать все это дело. Поверьте, не да ё-моё, бой, ну куда ты? Ай. Давайте, наверное, сделаем. Вот, он уже практически подбит. У него осталось последнее. Последнее ЖХП, да, вроде бы? Что-то я как-то проглядел, блин, пока с этими капсулами тут воевал. Так, отходи, бой. Давай, 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 его прижучивай, зэк. Так, уходим оттуда, он нафиг от греха подальше. Достала меня вот эта вот фигня летающая, а? Давай, давай, давай. Тут все зависит от хилки. Если хилка у нас продержится, оу, как плохо, то мы сможем его пройти. У нас есть на это все шансы. Но он сейчас начнет лютовать. Вот, уже лютует. Отходите. Уже начинает психовать. Вот эта вот каменная тюрьма боя очень хороша. Ну, не каменная она, мусорная. Он из мусора делает такую вот тюрягу. Враг не может двинуться. Но опять же, откат очень долгий. Так, 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 так. Сейчас что-то будет чудить, я чувствую. Блин, если это последняя фаза, это хорошо. А если нет, будет очень плохо. Вот, ребята, он сейчас пойдет на кого-нибудь. Оу, отходим, 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 отходим. Эх, жесть, вот видели, ребят, я не успел просто даже увести своих подопечных, блин. И у меня остался лишь только мой зэк. Без хила. Есть, конечно, у меня, знаете что, какая мысля? Дождаться неуязвимости. Так, если что, мы можем прыгнуть, сбить его с ног. Так, вот, делаем. Так, неуязвимость на 10 секунд и попробовать его бомбить. Тут осталось-то, в принципе, шиш да не шиша. На тебе, влобешник. Галимый, блин, терминатор, а. Вот если мы сейчас попадем в это вот поле от его дубинки, мы будем оглушенные. В этот момент он еще чем-нибудь чуданет. Так, давайте, наверное, вертуханчик попробуем. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Да ё-моё, ну. Ага, успеешь тут отбежать. Так, прыгаем нафиг. Ай, щет. Так, оу, нет, ребята. Это, оказывается, была не последняя фаза. Да, ампула еще осталась, которая вон его лечит. Ёлки-палки, тогда все, ребят, тут без вариантов. К сожалению, я думал, что мы все их подбили, но одна почему-то осталась. Вот только сейчас я ее убил. Вот она, последняя фаза, ребята, вот она. Но это будет... Не успею я отойти. Ну что ж, ребята, как-то так. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами уже в следующей серии.